Сегодня в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке. Распоряжение навести порядок дал глава города Владимир Панов. До 15 мая администрации районов должны вывести мусор с городских улиц, дворов и площадей, привести в порядок деревья, отремонтировать тротуары и детские площадки. В Советском районе уборку начали с территории вокруг 4 храмов. Подмели тротуары, очистили столбы и деревья от рекламных объявлений и произвели рыхление снега. Будем чистить дороги к храмам, будем чистить вокруг храмов, везде территорию приводить в надлежащее состояние. Чистый четверг, скоро Пасха, светлый праздник. Здесь идет симбиоз, да? То есть, понятно, администрация. Сказали, пошли. Жители сами проявляют интерес. Это тоже хорошо. Мы всегда убираемся на своей детской площадке. Около Козицкого 4 всегда собираемся и убираем, потому что это же наша площадка. Там же играют наши дети. Я считаю, что жители должны принимать участие в субботнике.